7 июня предприятиями и организациями города была выведена спецтехника для наведения порядка на территории деревни Кукуевка. В садоводческом товариществе «Десна» с 1 по 3 поля были очищены баки, вывезен весь крупногабаритный мусор, собраны поломанные деревья и ветки. В очистке местности приняли активное участие и сами дачники. Я считаю, что эта акция должна продолжать свою деятельность. Хотелось бы, конечно, чтобы и дальше так же было, чтобы чисто приятно было посмотреть. Все-таки это дача, это отдых, это дети. У владельцев дачных участков в Кукуевке акция вызвала только положительные эмоции и массу благодарностей. Замечательно отозвались, отреагировали на предложение собраться на субботник. Мало того, мы еще решили свои внутренние вопросы. Я очень рада, что в этом году было намного меньше мусора, чем в прошлом году. Подобная акция продолжится и в следующем году. Но пока председатели товариществ просят жителей не оставлять на мусорной площадке крупногабаритные отходы.